Всем привет, в 12 полдень. Сегодня я вам хочу рассказать, как рулетке отрастить бороду. Точнее, как продлить жизнь рулетки. Ну, во-первых, ее желательно все-таки не ронять ниоткуда там, ни с какой высоты. Хотя она прорезинена, считается, что типа, будет выдержит удары, но внутри механизмы достаточно тоненькие и ломаются от удара очень активно. Этому затрагивать не будем. Я вам расскажу такую вещь, как продлить жизнь нашей шкале. Она же напечатана на металле, там нарисована. Вот. И как ей продлить жизнь? Потому что она со временем тоже стирается. Вот это моя давнишняя рулетка. Я не помню, сколько лет я уже ей пользуюсь. И вот смотрите, я сейчас покажу разницу. Итак, вот какая разница по истечении нескольких лет. Вот здесь стерто, и здесь шкала более-менее сохранилась. Даже, я бы сказал, не более-менее, а вообще хорошо сохранилась. Вот. Уже шкала почти стерлась, и мне очень тяжело уже в этих местах выглядывать, какой размер правильный. Можно наколоться лишний раз, соответственно, попадаешь на деньги, на время. Я вам предлагаю способ, это наклеить скотч прозрачный на нашу шкалу. Как это сделать дома, вот вам показываю. Определитесь, на какое расстояние вы хотите проклеить его. Но я для себя понял, что мне желательно хотя бы 2 метра, чтобы у меня была проклеена шкала на 2 метра. Поэтому я сейчас отматываю эти 2 метра, раскручиваю рулетку. И фиксирую ее там где-то на расстоянии 2-10. Если мы это делаем дома, соответственно, нам пристегнуть рулетку не к чему, как здесь я могу, допустим, пристегнуть. Вы можете просто положить на пол, взять скотч, размотать его и хвостик, который подальше, приклеить прямо к полу. Вот. И теперь аккуратненько проклеиваем всю нашу шкалу. Вот так это выглядит. Вот. С углублением. Если где-то будет какая-то складочка, ничего страшного. Отматываю. Еще отматываю. Опять проклеиваю. Тут отклеивается у нас. Ну, все не очень чистое. Вот так я проклеиваю. Идем дальше. Вот, в общем, я так проклеиваю все свои 2 метра. И потом беру опять же гипрочный ножик и лишний скотч по бокам аккуратненько отрезаю. Вот этот усик нам не нужен. Чик. Ну, соответственно, дома, если будете резать, пол не порежьте. Лишний кусок линолеума, еще что-нибудь. Вот так вдоль шкалы нашей металлической я провожу аккуратненько. Можно даже это, я думаю, сделать и уже на весу потом. Но на весу не очень удобно. Конечно, это было бы удобнее с помощником сделать, чтобы один держал один край рулетки, а другой спокойно бы отрезал тут все лишнее и приклеивал. Но мы не ищем легких путей. Нам всегда нужно, чтобы был один человек. Чтобы справился один человек двумя руками и головой. Вот так у нас будет новенькая и долговечная рулеточка. Прослужит очень много времени.
советую так сделать с новой рулеткой. И еще, если вы вдруг наклеили, скотч криво пошел, ни в коем случае скотч уже не отрываете от шкалы. Иначе вы этот скотч оторвете вместе с покраской и со шкалой. Есть такая вероятность. Так что наклеили раз, пошло криво, лучше отрежьте просто скотч и наклейте заново следующим слоем. Вот я все проклеил, на рулетке она теперь апгрейденная. И главное, вот этот моментик наш, это начало. Вот эту металлическую штучку, она двигается, зацеп. Этот зацеп нельзя заклеивать, он должен быть подвижным. Это вы сами, надеюсь, знаете почему. Вот, то есть мы, грубо говоря, вот как он заканчивается, и тут же мы обрезаем аккуратненько ножиком этот скотч наш. Обрезали, прогладили. Перфекционистом тут не надо быть. Если какой-то лишний хвостик, его можно загнуть, проклеить там, с этой стороны. Все. Мне кажется, рулетка даже мне улыбнулась от радости. Все. Всем чаю с пряником.